Я стараюсь не пропускать мероприятия, которые проводит Абакус-центр, потому что это возможность пообщаться с коллегами, узнать что-то новое, подчеркнуть для себя, вообще вдохновиться методикой. Такой разбор глубокий, простых упражнений, которые, в общем-то, я уже знала, мне очень помогает в моей работе. Я очень благодарна Абакусу именно вот за возможность такого неформального общения. Они действительно идут в ногу со временем, не боятся устраивать в любом формате вебинары и семинары, причем о своих находках они всегда рассказывают нам, педагогам, с удовольствием делятся. Особенно хочется выразить слова благодарности Анне, потому что она дала очень много уникальных методов и приемов, которые можно применить на практике, на своих уроках. Хорошее информативное мероприятие, прям вот на злобу дня. Очень полезная информация. Спасибо и это та информация, за которой я ехала. Сегодняшний семинар, конечно же, был замечательный, как всегда. Я его очень долго ждала, потому что из-за пандемии мы долго не виделись и с педагогами, и со спикерами. И не хватало какого-то такого заряда энергии, который сегодня именно мы получили. Анна Немержицкая, да, тоже с ней мы несколько раз уже встречались. Как математик, как методист, очень познавательно. Все, что дает она, копилочку складывается и потом применяется в практической деятельности. В первую очередь мне понравилась психологическая часть, потому что я сама психолог-педагог по образованию, вот, и мне, в принципе, это все интересно. Плюс было очень интересно послушать про математику, про математический подход, нестандартную математику. Мне больше всего понравились вот новые какие-то игры, новые фишки, новые способы работы с детьми и онлайн, и офлайн. Я это, конечно, обязательно применю в своих занятиях. Были сегодня такие вещи, которые я еще сама, если честно, не умела. То есть это касалось кинезиологических упражнений, да, или вот игровые методики, которые были очень веселые и интересные. Я с нетерпением жду, когда приеду и начну их внедрять. Очень понравилось объяснение про психологическое выгорание. Для меня это тоже важно, потому что так же все устаем, все мы люди. Спасибо большое за материалы, за подачу и за действительно нужную информацию. Это прекрасно, я считаю, встретиться с людьми с разным менталитетом, с разным взглядом даже на эти занятия. Вот действительно, такие встречи, хорошо, что вообще они у нас есть. И это общение, то есть помимо спикеров, опять же, общение с педагогами. У кого-то там какие-то ситуации, то есть это тоже бесценный опыт. Чем больше будет таких встреч, тем, думаю, будет продуктивнее работа каждого педагога нашего Абакус-центра. Спасибо команде таких замечательных ребят, которые не стоят на месте и которые ведут нас вперед.